Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Alcatel U3 включить резервное копирование Google. Что мы для этого делаем? Разблокируем наш сам телефон. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Восстановление и сброс». Резервирование данных включаем. После чего у нас уже включено резервное копирование, больше делать ничего не надо. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!